gora prema maya tanu pandit karadhara Srinivasa Hari Rasa Daya Rasa Gara Haha Svarupsanatana Ruparagunata Bhata Yoga Shri Jivaha Prabhu Lokanata Daya Karo Shri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottama Dasa Daya Karo Prabhu Para Shri Gaura Prakasha Tava jana kripa mage e adhama dasa Daya karo prabhupada shri gora prakasha Tava jana kripa mage adama dasa Then would you like to chant Prema Dama Deva Stotram as we did last time? Yes, Maharaj. Goswami Maharaj was supposed to speak at 8 p.m. Yes. But now I just came from him. He says, oh, he thought that his talk was only daytime, so he says maybe someone could speak, like Matsud Maharaj or someone else could speak in the evening time. He says, unless I'm really needed and expected there, so what should I tell him? I think you please tell him he's really needed and expected because it's his last evening, and we obviously don't want to pressure him, but he doesn't have to talk about Srila Prabhupada. He can give advice for the devotees, speak with the devotees. It's his last evening, and I feel that his presence is absolutely necessary. Okay. And this is the consensus of everybody in the room. I'm sure so. Yes. We are making an appeal to Goswami Maharaj to please come. Будем просить Госвами Махараджа, чтобы он пришел сейчас. So with affection and our hearts, please draw him here. Со всей любовью из наших сердец давайте притянем его сюда. We cannot instruct Goswami Mara, but we do have our affection and our hearts with him, so we do want him to come. Мы не можем влиять на Госвами Махараджа, но со всей любовью, со всей искренностью мы будем надеяться, что он сейчас появится. So today is Monday, Tuesday, Wednesday. What day is Итак, сегодня понедельник, вторник, среда. Какой день? Вторник. So today is Tuesday. So which number of the which verse of Prema Dama Deva Stotram do we begin with today? Итак, по вторникам с какой строчки мы начинаем петь Према Дама Дева Стотрам? 31. Why? Почему? Why? Почему? Which day is number one? Какой день номер один? Saturday. Суббота. Суббота. Saturday.
По субботам номер один. 10 verses every day. И каждый день по 10 строчек. Then by one week you finish 70 verses, and then the last two verses. И за неделю можно мы заканчиваем 70 строчек. Then somebody can lead us. You can lead us. Кто-то может быть. Prema Rama Deva Stotram. Prema Rama Deva Stotram, verse 31. Према мукда рудра раджа шаурья вирья викрамам прати тангри ваджитанья сарва дарма сангамам. Та пратапа шиша пададули дусара. Према дама дева мева нами гора сундарам. Према дама дева мева нами гора сундарам. Дакшина тя супрасидха пандитау гья пуджитам Шешта раджа раджа патра шиша бхакти бушитам. Дакшина тя супрасидха пандитау гья пуджитам Шешта раджа раджа патра шиша бхакти бушитам. Шеша матри шеша дарша нарти гоуда гочара. Шеша матри шеша дарша нарти гоуда гочара. Према дама дева мева нами гоуда сундара. Према дама дева мева нами гоуда сундара. Гаура гарви сарва гауда гаура варта саджита шастра шастра дакша душта настика диладжита. Гаура гарви сарва гаура гаура варта саджита шастра шастра дакша душта Мухьямана матрикади деха джива санчара. Мухьямана матрикади деха джива санчара. Према дама дева мева нами гора сундара. Према дама дева мева нами гора сундара. Яса панча варша пурна джанма буми даршана коти коти лока луда мугда дришти каршана. Яса панча варша пурна джанма буми даршана коти коти лока луда. Джай Шрила Бхакти Субхир Госвами Махараджа ки джай. Садитесь рядом со мной в кресло.
Госвами Махарадж говорит, я пришел сюда, чтобы послушать, как другие будут рассказывать о Шриле Прабхупаде. Продолжайте петь, продолжайте. Gaura Sundaram.
Джай Шрипад Бхакти Ранджан Мадхусудан Махарадж ки джай. Джай Шрипад Бхакти Ранджан Махарадж ки джай. Джай Шрипад Бхакти Ранджан Махарадж ки джай. Джай Джай Шрипад Бхакти Ранджан Махарадж ки джай. Джай Шрипад Бхакти Ранджан Махарадж ки джай.
Jai Sparikar Shri Shri Guru Guranga Ramada Sundar Ju Ki Jai. Shri Chaitanya Sarasat Mat Ki Jai. Shri Chaitanya Sarasat Mat Acharya Vrinda Ki Jai. Srila Bhakti Vimala Avadhut Maharaj Ki Jai. Seva Vrinda Ki Jai. Nitya Go Premanande. Hari If there are any questions anyone has, myself, Madhusudan Maharaj, can attempt to answer them. Если у кого-либо есть вопросы, то я или Мадхусудан Махарадж можем попытаться ответить на них. Marsh, I have a question, Marsh. That we are very sad that today will be the last day we'll have your company for some time. What is your best advice for us all? Махарадж, мы очень грустим, что сегодня последний день, когда у нас есть возможность быть в вашем обществе. Каково будет ваше самое главное, лучшее наставление для всех нас? Srila Guru Maharaj wants us to proceed, Srila Gurudev, under the guidance of the superior Vaishnavas. Шрила Гуру Махарадж и Шрила Гурудев хотят, чтобы мы продолжали двигаться вперед под руководством более высоких вайшнавов. So, Srila Gurudev indicated Srila Avadhut Maharaj, the acharya of the Russian mission, Russian-speaking countries. Srila Gurudev указал на Шрилу Авадута Махараджа как на ачарью русской миссии и в русскоязычных странах. Said if we will follow his advice, serve under him, he said, then that will be devotion. И он говорил. Он говорил, что если мы будем служить под руководством Аватута Махараджа, то это будет преданностью. И здесь Виджай Раман Прабху очень замечательным образом организовывает всю севу. So if all the devotees will proceed under their direction, they'll be pleasing Srila Gurudev. And Sri Sri Guru Guranga Radha Madhava Sundarju and all their paraphernalia and associates. И поэтому, если все преданные будут действовать под их руководством, то тогда все наши учителя будут довольны. Они удовлетворят гуру, удовлетворят Шри Шри Гуру Гурангу Радха Мадхава Сундарджу и всех их спутников. And service descends to the hierarchy of servitors. Служение нисходит через иерархию слуг. So that is best for us to follow. И лучше всего, если мы будем следовать этому. In words of Das Goswami, Doshayate, Mama Rasastu Rasastu Satyam, Sakayame, Mama Namostu Namostu Nityam, that I always want to follow, to serve, to be engaged in the least aspect of seva under the guidance of the superior servitors of the Lord. Сам Рагунат Дас Госвами говорит, я всегда хочу следовать, я всегда хочу служить, я всегда хочу занимать самое малое, незначительное положение, заниматься самым незначительным служением под руководством более высоких преданных. And Srila Gurudev, he told us many times before his departure that he liked all the devotees in the Western world to take the guidance of Sripad Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj. И Шрила Гурудев много раз говорил, в особенности перед своим уходом, что ему хотелось бы, чтобы все преданные в западном мире следовали дальше, следовали наставлениям Шрипада Бхакти Ранджана Мадхусудана Махараджа. В особенности те, кто в западном мире. So his intimate associate of Srila Gurudev serving him as his secretary for 20 years and knows what is pleasing to Srila Gurudev and how we should proceed, and you're all fortunate. He's going to be here the rest of the week, I think. So if you get the opportunity to hear from him, to inquire from him, that'll be best for you to make some progress in your spiritual life. И он является близким спутником Шрилы Гурудева, служил его секретарем на протяжении более чем 20 лет, и поэтому очень хорошо знает, что его радует, что ему нравится.
И поэтому это ваша большая удача, что у вас есть возможность общаться с ним. Он будет здесь, я надеюсь, на протяжении еще нескольких дней. И это ваша удача, ваша большая удача, что у вас есть возможность общения с ним. Такая возможность не всегда приходит. And Sadhu Sangha Satovare, we shall seek out the superior, more experienced servitor and proceed according to their guidance. Мы всегда хотим искать более высокого, более развитого преданного и дальше действовать под его руководством. That is the best advice I can give. Это мой лучший совет. That was not the answer, as well. Not this, that, not the part where you mentioned my name, but the other advice is good one. Вот тут Махарадж говорит, я полностью согласен с вашим советом. Разумеется, не с той частью, где вы называете мое имя, но в остальном я полностью согласен с вашим советом. And now you have the great fortune of Srila Bhakti Surya Goswami Maharaj here. Now is your opportunity to ask a question. А теперь, сейчас у вас есть большая удача присутствия здесь Шрилы Бхакти Судхира Госвами Махараджа, и у вас есть возможность задать ему вопрос. If you have some sincere inquiry, this may be your last chance for some months. И если у вас есть какой-то искренний вопрос, то, быть может, сейчас ваш последний шанс на ближайшие несколько месяцев. Maharaj, give me some advice. Here's a question. Oh, there's a question here. I just got a second initiation, and so I'm worried, disturbed by one thought that if in life circumstances I will be unable to follow all the promises I made in front of the sacred fire, then in which way I am being conscious that I won't be able to follow everything in all details, how can I ask forgiveness for this, or how can I proceed? In the first canto of Srimad Bhagavatam, Devarshi Narada comes upon a despondent Veda Vyas. В первой песне Шримад Бхагаватам Деварши Нарада приходит к Ведавьясу, который пребывает в отчаянии. And he gives some advice to him to overcome that despondency. И дает ему некоторые советы, которые помогут ему преодолеть отчаяние. And that advice forms the basis for speaking of Srimad Bhagavatam. И эти советы, эти наставления становятся основой, фундаментом для будущего рассказа Шримад Бхагаватам. And one of these 10 slokas, he says, Чактва свадармам чаранам буджам харер баджан апако тапате тато яди баджан апаква. Says, excuse me, he describes the situation where he says, Bhajan Apakva, the devotional practice does not become mature. И в одной из 10 шлок, 10 стихов, что он произносит, обращаясь к Ведавьясу, он использует интересное выражение «баджан апаква». Он описывает ситуацию, когда баджан или практика какого-то человека незрелые, несозревшие. But he draws this parallel where he says that even if the time is brief and temporary,
the pursuit of pure Krishna consciousness, the amount of gain that one gets during that time is of incalculable value. Но он отмечает, что даже если кто-то провел в связи с практикой сознания Кришны очень краткое, незначительное время, то даже в этом случае то благо, что он обретает от этого, просто неоценимо. A lifetime of executing one's so-called duties, even religious performances, will not achieve the desired goal. Он говорит, что даже исполнение так называемых своих обязанностей на протяжении многих жизней или даже совершение каких-то религиозных действий не поможет в достижении цели жизни. So he's favoring taking the risk. Поэтому он советует рискнуть. Srila Guru Maharaj tells us that beyond the symbolism, beyond the offering into the fire of the fruits and the ghee and various things, he's saying, really, this is symbolic of throwing ourselves into the fire of self-sacrifice. Шрила Гуру Махарадж объясняет, что помимо прямого значения, когда мы бросаем какие-то фрукты, какие-то предметы в жертвенный огонь, есть также и символическое значение, и оно в том, что мы должны бросить самих себя в огонь жертвоприношения. Yesterday we're celebrating the appearance of Krishna. Вчера мы праздновали явление Кришны. And these deities were installed on Balaram's appearance day some 14 years ago. А эти божества были установлены в день явления Баларамы 14 лет назад. In the time of Saraswati Thakur, deity installations took place. Во времена Сарасвати Такура также происходили церемонии установки божеств. And at the conclusion, Srila Saraswati Thakur would place tulsi leaves at the lotus feet of Krishna. И в завершении этих церемоний Сарасвати Такур помещал листья туласи на лотосные стопы Кришны. But one particular time the deities were in a very high place and Guru Maharaj is thinking, Prabhupada, Saraswati Thakur, he'll have to strain himself to get there. So Guru Maharaj placed the tulsi leaves at the lotus feet of Krishna. Но в одном случае божества находились очень высоко, и Шрила Гуру Махарадж подумал, что Сарасвати Такуру должно быть будет нелегко, будет трудно напрягаться, чтобы достать до них. И поэтому он решил сам поместить листья туласи на стопы божеств. And Srila Saraswati Thakur arrived and he said, oh, the deities have installed themselves. И когда Сарасвати Такур прибыл, он увидел листья туласи на стопах божеств и сказал, «О, божества уже установили себя сами». And he went on telling that for a while afterwards. И на протяжении некоторого времени после этого он снова и снова рассказывал эту историю. And Guru Maharaj said, oh, I've committed some offense. Гуру Махарадж подумал, «О, я совершил оскорбление». So he wrote a letter to Saraswati Thakur, explaining what the actual situation was and begging to be forgiven for his offenses. И он написал письмо Сарасвати Такуру, объясняя, что на самом деле произошло, и молил простить его оскорбление. And Srila Saraswati Thakur answered in a letter, he said, there are no offenses for the surrendered soul. И в своем ответном письме Сарасвати Такур сказал, для предавшейся души нет оскорблений. It's also dealt with in Svapadamulam Bhajatapriyasya Sloka in 11th canto of Srimad Bhagavatam. И об этом также идет речь в этой шлоке в 11-й песне Шримад Бхагаватам. The basic understanding being, if one is a sincere servitor, an exclusive devotee, then they're not punishable for some so-called wrongdoing. В этой шлоке идет речь о том, что если кто-то искренне стремится стать слугой, искренне пытается чему-то следовать, то они не достойны наказания за свои ошибки. It's like the loyal policeman, the loyal soldier. Что-то вроде верного солдата, верного полицейского. If they sometimes make a mistake, they won't be reprimanded for that.
Если иногда они совершают ошибку, это не будет поставлено им в вину. So this isn't about procedure or perfect behavior. Поэтому здесь вопрос не процедуры, не идеального следования каким-то правилам. It's about where the heart is. Вопрос, где ваше сердце. If, and Krishna knows that. И Кришна это знает. He knows your heart. Он знает ваше сердце. He knows we're fallible souls. Он знает, что мы несовершенные души. And we're to err as human. Как говорится, человеку свойственно ошибаться. We will make mistakes. Мы будем совершать ошибки. Krishna is not a rule monger. Но Кришна не обязывает всех следовать правилам превыше всего. He's the Lord of love. Он Бог любви. Mercy above justice. Милость выше справедливости. So not to abuse that. Не следует этим злоупотреблять. But if one is sincere, Saraswati Thakur said, for the sincere, the surrendered soul, there are no offenses. Однако, если кто-то искренен, то, как сказал Сарасвати Такур, для искренней, для предавшейся души оскорблений нет. Elsewhere says, jata shraddha madkatasu nirvina sarva karmashu veda dukatmakan kaman prityage pyanishvara. That a devotee has some affinity for hearing about Krishna, but they also have some residual affinity for the mundane. В другом случае описывается ситуация, когда у преданного есть какая-то привязанность к слушанию о Кришне, но также в нем может сохраняться какая-то остаточная привязанность к чему-либо материальному. There is Mahayogi Prabhu. А вот Махайоги Прабху. Hiding in the corner. Прячется в углу. Hey. Anyway, jata shraddha madkatasu nirvina veda dukatmakan kaman prityage pyanishvara. That still, that positive affinity for hearing about Krishna, he will continue with that, hearing about Krishna, serving and associating with the devotees of Krishna, and gradually those, the unwanted things, the improper behavior, the impurities will dwindle and vanish altogether. Но все же сказано, что благодаря тому, что у него есть привязанность к тому, чтобы продолжать слушать о Кришне, то он будет продолжать слушать о Кришне, общаться с преданными, служить. И благодаря этому продолжающемуся процессу слушания, общения и служения постепенно нежелательные, дурные склонности, привычки, несовершенства увянут, ослабнут и, наконец, исчезнут вовсе. Yes. Sarasvati Thakur told that for hundreds of lifetimes he was trying to offer a flower to Krishna. So then what is our real position in our attempts to offer something to our guru and his gurus? Well, what Guru Maharaj interpreted this deep expression of Saraswati Thakur to underscore the nobility, the dignity of pursuing Krishna conception. Гуру Махарадж интерпретировал эти возвышенные слова Сарасвати Такура как указывающие на благородство, возвышенность стремления к сознанию Кришны. That something so apparently unattainable still was so compelling that one could not desist from the pursuit. Что нечто столь, казалось бы, недостижимое, недосягаемое, все же столь притягательно, что нельзя противиться стремлению к этому. If we hear Yadvanchana Sri Lalana Charatapo, that Lakshmi Devi
you know, for lifetimes engaged in penance and the tapovan, to be given entrance into particular pastimes of Krishna, we have to take that very seriously. Когда мы слышим, что сама богиня процветания Шри Лакшми Деви на протяжении долгого-долгого времени, многих жизней, была занята аскезами в определенном месте для того, чтобы войти в определенную игру Кришны, нам следует уделить этой истории пристальное внимание. So, do we want something that's just very easily achieved? Хотим ли мы чего-то, что очень легко достижимо? Some cheap Krishna. Дешевого Кришну. A discount Krishna. Кришна со скидкой. Virtual Krishna. Виртуальный Кришна. I can't believe it's not Krishna. Поверить не могу, что это Кришна. Some artificial representation. Но это искусственная имитация. Saraswati Thakur saying, imitation is the greatest enemy on the path of devotion. Сарасвати Такур говорил, что имитация, подражательство – это величайший враг на пути преданности. They just reissued $100 bills, US $100 bills. Только недавно в Америке произошел перевыпуск $100 банкнот. So usually around this time of new, there's a lot of counterfeiting. И обычно в такие периоды, когда появляется новый выпуск денег, происходит наплыв подделок, фальшивок. And with Photoshop, and everyone's got Photoshop, and their computer, they can make now the scanner, Photoshop, a printer, something that really looks like a $100 bill. А сейчас, благодаря тому, что каждый может найти Photoshop и сканер, и принтер, каждый человек может с небольшими усилиями создать нечто, что выглядит очень похожим на настоящую $100 банкноту. And you may be able to pass some off to some fools. И, быть может, вы даже сумеете одурачить этой банкнотой каких-то дураков. Who cannot assess what is real, what is imitation, what is substantial and what is valueless. Тех, кто не в состоянии понять, разобраться, что настоящее, а что подделка, что обладает ценностью, а что лишено всякой ценности. So not only is it valueless, it's criminal. Более того, не просто лишено всякой ценности, но и преступно. It would be enough if it was just valueless, but it's also criminal to engage in counterfeiting. Довольно было бы и того, что это лишено всякой ценности, но более того, заниматься подделкой, фальшивкой – это преступно. And what, they're both pieces of paper. Хотя и то, и другое – кусочек бумаги. With some numerical indication. С какими-то числами на них. But one has divine, one has backing, and in this context, divine backing, and the other one zero and less than zero, negative value. Но у одного есть обеспечение, поддержка, или в нашем контексте божественное обеспечение, божественная поддержка, а у другого кусочка бумаги нет ничего, ноль. So we hear devotion is measured when the infinite comes under the control of the finite. Мы знаем, что преданность определяется там, где безграничный подчиняется воле ограниченного. Oh, I'd like to do that, 'cause things aren't going as planned. Кто там мог бы сказать, да, мне бы это понравилось, потому что все идет не так, как я планировал. Not a blade of grass moves without the will of God. So many blades of grass, they're just moving in the wrong way. Говорят, что и травинка не шелохнется без воли Господа. Так вот, мне кажется, что очень много травинок двигаются в неправильном направлении. I hear devotion controls Krishna. Give me devotion. И я слышал, что преданностью можно контролировать Кришну, так дайте же мне преданность. I'm ready for it. I need to control Krishna very soon. Я готов к этому. У меня есть острая необходимость поскорее начать контролировать Кришну. Some austerities, I'm ready. Если нужны аскезы, я готов. Where is that verse? Gopyastapak kimacharanyaramushirupam lavanyasaram asaman mordva ananyasiddham drigbi pibant yunusabha vinavam durapam ekantadama yashasha shriya aishwaryasya
the ladies of Mathura, they had heard about Krishna, and then at last they saw Krishna. Женщины Матхуры слышали о Кришне, и наконец им выпала возможность увидеть Кришну. And young Shyama Sundaram Chintaguna Swarupam, inconceivably beautiful Krishna, at last they're seeing the incomparable beauty of Krishna, and immediately, because they're very sweet ladies, sweet-hearted, pure-hearted, they think, Gopyastapak Kimacharan. What sort of austerities did the gopis do that they, who we're now seeing as the culmination of sight, vision, are seeing a glimpse of Krishna, they're incessantly drinking the beauty of Krishna. What did they do to achieve that position? И узрев непостижимую, невероятную красоту Кришны, эти женщины-мадхуры немедленно подумали, так сколь же велика удача обитателей Вриндавана, гопи, если у них была возможность непрестанно, непрерывно пить эту непостижимую красоту Кришны. Какие аскезы они, должно быть, совершали, чтобы получить это положение? But it's not some tapa that they did to get that position. Но они обрели это положение не совершением каких-то аскез. Ядвансина Шри Лалана, Лалана, Ядвансина Шри Лалана, that she also did austerities, could not get entrance on the basis of that. Ведь Лакшми Деви, хотя совершала аскезы, она не смогла получить доступ в Кришналилу только благодаря этому. But some other sort of qualification. Необходима квалификация иного рода. Рамананда, Сруп Дамодар tells Mahaprabhu and his devotees, Lakshmi Devi didn't have the adhikar to enter Rasalila. Сруп Дамодар сказал Махапрабху и всем преданным, что у Лакшми Деви не было достаточного адхикара, чтобы войти в игры Кришны. The goddess of fortune could not buy a ticket to the Rasalila. She didn't have the wealth. Сама богиня процветания не смогла оплатить билет в Кришналилу. У нее не хватило сокровищ. So, talk of counterfeit, Rupa Goswami says, when Krishna hid himself from the Braja Gopis and Radharani, at one point the Gopis thought, oh, and they saw peeping from a kunj, Krishna. They thought they'd found him. И, кстати, говоря о подделках, однажды, когда Кришна спрятался от Шримати Радхарани и Браджа Гопи, то издалека они увидели, и издалека им показалось, что вот, мы нашли Кришну. So they started running there. И они побежали туда. And then Krishna thought to play a trick on them. Но Кришна решил их разыграть. So he pushed out two more arms. И выпустил еще две руки. So when they arrived, they saw Narayan, Vishnu, four-armed. И подбежав, они увидели перед собой Нараяну, Вишну, четырехрукого. And the sloka says, Rago Daya Kunchati. Their hearts were crushed. И шлока говорит, Rago Daya Kunchati. Их сердца были сокрушены. What their hearts were aspiring for was crushed. То, к чему их сердца стремились, это было раздавлено. And they gave their pranam and namo Narayan. Они предложили свои пранамы, намо Нараян. Have you seen Krishna? Нараян, не видел ли ты Кришну? So what are they looking for? Так чего же они ищут? That's what Saraswati Thakur is looking for, Guru Maharaj is looking for. Вот чего ищет Сарасвати Такур, вот чего ищет Гуру Махарадж. Impossible. Невозможнейшее из невозможных. Деви Кришна Майи Прокта Радика Сарватати. But Srimati Radharani as Krishna Mayi, wherever she will cast her glance, Krishna will appear. Но Шримати Радхарани, будучи Кришна Мои, обладает такой способностью, куда бы она ни бросила свой взгляд, там появляется Кришна. So, what did Gurudev name the, in Govardhan?
the Sri Dvaita Das Seva Kunj. Correct. Как Гурудев назвал это место на Говардхане? Шри Дайта Дас Сева Кунж. Барсабани Видеви Дайта, other name of Сарасвати Тхакур, who is exclusively devoted, dedicated, dear to Бришабану Нандини, Шримати Радхарани. Варшабхана Видеви Дойта – это одно из более сокровенных имен Сарасвати Такура, означает тот, кто полностью отдал себя, полностью отдал себя в служении самой Шримати Радхарани. So Guru Maharaj doesn't interpret these things in a discouraging way. Поэтому Гуру Махарадж те события, на которые вы сослались, не интерпретирует как повод для отчаяния. But rather the faithful servitor will become inspired to with renewed strength, inspiration to understand that how exalted, how noble, how dignified is Krishna conception. Скорее, искренний, стремящийся, искренний, преданный поймет, сделает вывод из этого, сколь же тогда благородно, сколь высоко сознание Кришны. When we were there in Govardhan with Gurudev, at one point he said, where his room is, some these slokas could be put on the wall. Однажды, будучи с Гурудевом, мы рассуждали на тему, какие шлоки можно было бы поместить на стену. Brahma Sangita, one where it says, Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhakto. How rare this is. Vedeshu, not achieved by Vedic indications or the personified Vedas themselves, but exclusive to the Bhakta, the devotees. И в одной из шлок Брахма Самхиты сказано «Ведешу дурлабха, а дурлабха», что даже веды, даже ведическим путем, даже веды собственной персоной не могут обрести этого. Это можно обрести только путем бхакти. The end of the Brahma Sangita, where this plane is achieved and realized by very few souls in this world. И в конце Брахмасамхиты сказано, что этот путь в состоянии осознать, понять очень немногие души в этом мире. And Upadeshamritam, where it says the divine waters of Sri Radha Kunda are a rare achievement even for the Parama Prestha Sakis. И в завершении Упадишамриты сказано, что священные воды Радхакунды труднодостижимы даже для Парамапрешта Сакхи. Что уж говорить о Нараде, Уддаве? What does Guru Maharaj say in this loka? Jivadye abhirakshitam sukha shiva brahma samanitam. What is aspired for by Sukadev, Brahma, Шива, Удава. Как пишет Гуру Махарадж в своей шлоке, это то, к чему стремятся Удава, Брахма, Шука, Нарада. So if these names, these personalities are meaningful to us, then how shall we think of our position? И если эти имена, эти личности сколь-нибудь значимы для нас, то что мы тогда будем думать о собственном положении? So Guru Maharaj has said, if you come to the conclusion, I have no devotion, I have no hope for devotion, but I have no other shelter and no other object of pursuit, he said, then you might just be a devotee. И поэтому Гуру Махарадж приводит нас к следующему заключению, говоря, если вы придете к выводу, что у меня нет преданности, я совершенно никак не являюсь преданным, но, с другой стороны, у меня нет иного прибежища, у меня нет иного стремления, то в этом случае, говорит он, быть может, вы являетесь преданным. So his recommendation, deserve, then desire. Поэтому его совет таков – заслужите, потом желайте. Modest, natural growth. Умеренный и естественный рост. Not, premature, hothouse, artificial ripening. Не искусственное ускоренное созревание в теплице. What is that stuff they put in the mangoes? Carbide? To ripen them, yes. Yeah. They
to artificially ripen them, they inject them with this horrible chemical. Как в манго, для того, чтобы вызвать ускоренное искусственное их созревание, иногда шприцами впрыскивают ужасные вещества, карбид. One Persian king, his envoy, would always go to India and on his return back tell him of all the wonderful things there were in India, including the heavenly, sweet, delicious mangoes. У одного персидского короля был один из спутников, который регулярно отправлялся в Индию, и он рассказывал обо всех чудесах этой страны, в том числе о небесного вкуса, небесной притягательности фруктах манго. И тот персидский король сказал ему: «Ну тогда привези мне манго». И он отвечал: «Я пытался, но путешествие, путь столь долог, что уже на полпути они изгнивают. Но я очень хотел бы попробовать вкус этих манго». So the envoy thinks, oh, all right, I got an idea. Take some tamarind paste, add some turmeric, some honey, and then the stringy part of the mango. He takes this mixture, puts it in his beard and tells the king, suck my beard. И тогда тот человек подумал: ну, кажется, я кое-что придумал. Он взял смесь куркумы, каких-то еще приправ, меда для создания вкуса, а для создания такой нитевидной структуры, фактуры, он решил пропитать этим свою бороду и сказал королю: попробуй, пососи мою бороду. And the king saying, "Now I know what is mango. Now you know what is mango." И король сказал: "Теперь я знаю, что такое манго. Да, теперь вы знаете, что такое манго." So do we want that or real mango? Хотим ли мы это или настоящих манго? Real mango takes a long time. Для настоящего манго требуется долгое время. But nigama kalpataro galitam palam shukamukaram ritudavasamyatam. Pibatabhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvibhavuka told the Vedas are compared to a tree. Веды сравнивают с деревом. The Vedanta is the flower of that tree. Веданта — цветок на этом дереве. And the Bhagavatam is the fruit of that tree. А Бхагаватам — это плод этого дерева. That's why in the Prayojan Tattva slok, it says, like the fully ripened fruit of the tree, of the Kalpataru of Veda. Вот почему в Prayojan Tattva шлоке Бхагаватам речь идет о полностью зрелом плоде Калпатару, древа Вед, исполняющем желание. So, I'm seeing at the mat, where is Guru Maharaj's mango tree next to the centenary building that Gurudev planted? Anyway, there are many mango trees there. He took one from Guru Maharaj's favorite and planted. What was it, the Chosha? Anyway, there are many mango trees at the mat. В Матхе есть много, много деревьев манго, растет много деревьев манго. Гурудев взял любимый сорт манго Гуру Махараджа и посадил там. They don't always every year, but they have some cycle that I've never entirely figured out. И они плодоносят не каждый год, у них какой-то свой сложный цикл. And if you're unacquainted with mango trees, then when they're not bearing fruit, you might not know what is the specialty of this tree compared to any other tree. И если вы не знакомы с тем, что такое манговое дерево, если вы видите его, когда оно не приносит плоды, то вы не можете понять разницы, чем же это дерево манговое отличается от любого другого дерева. But if you observe one for some time, you see gradually the buds come out. Но если вы будете наблюдать за деревом, если вы будете наблюдать некоторое время за этим деревом, то увидите, как оно зацветет, и из цветков появляются почки. Interestingly, the monkeys can hardly wait for the mangoes to, like,
full. They eat all the buds. И интересно, что обезьяны, они просто ждут, не дождутся, когда же манго отцветут и проявятся эти соцветия и почки, они съедают все эти почки. But gradually there's a flower, buds, and then the fruit comes, and it takes some time to fully ripen and mature. Но постепенно, после цветка появляется почка, из нее появляется плод манго, и через какое-то время вырастает полный плод. But if you're observing a mango tree when it's not bearing mangoes, you may not understand what its purpose is. Но наблюдая за деревом манго в тот период, когда оно не приносит плодов, вы, быть может, не поймете смысла существования мангового дерева. It's not apparent. Это не очевидно. So when people read the Vedas, Vedic literature, so many things, in the absence of the fruit, Krishna conception, Rasaraj Krishna, they're drawing so many other conclusions. Также многие люди изучают веды, ведические писания, но когда они не знакомы с плодом, они не знакомы с Расараджем, Кришной, высшей целью, они строят множество разных предположений о том, какова же высшая цель вед. The Bhagavad Purana is saying, no, the fruit of the tree of Vedic literature is Krishna Lila, Krishna's pastime. Но Бхагаватам объясняет, что зрелый плод дерева всех вед – это Кришна-лила, это игры Кришны. Shuka Mukhadam Ritradravya Samyatam. Am I Sukadev Goswami being the loudspeaker of these pastimes? He's relishing these pastimes, and they're becoming sweeter and more relishable in the process, in the extension. И благодаря тому, что Шукадев Госвами насладился этими играми, испробовал их вкус, эти игры стали еще более сладостными, еще более сладкими. Unlike mundane flavorful substances, if someone tastes them, they become tasteless. В отличие от обычных материальных субстанций, несущих вкус, если кто-то уже из них высосал весь вкус, они становятся безвкусны. So when we hear these devotees of the higher caliber devotees make some intense statement, what it points to is a higher standard of perfection, taste, and what they're targeting. И поэтому, когда мы слышим, как преданные высшего уровня произносят некоторые очень твердые слова, очень смелые выражения, как вы процитировали, то следует понимать, что это указывает на более высокий стандарт, более высокий эталон совершенства. Нам не следует думать, что они потерпели неудачу. Vishwa Guru say magnam sparsho pi mamanabhavat. He's saying, I've been cheated. Когда Прабхутхананда Сарасвати Такур говорит, что я был обманут, вне всяких сомнений, я был обманут. Mahaprabhu came and remember Hari Charan Prabhu, he said, Ek Bindu Jagat Dubai, with one drop of Krishna, he inundated the universe with Gaura Rasa, Krishna Prem. Пришел Махапрабху и наводнил, как говорил Хари Чаран Прабху, Эк Бинду Джагат Дубай, одной каплей затопил весь мир. Пришел Махапрабху и затопил весь мир экстазом Кришна Премы. He flooded the universe with Krishna Prem. Sparshopin Mamanabhavat, but I wasn't touched by a drop. Итак, Прабхутхананда пишет, что он затопил весь мир Кришна-премой, но меня не коснулась даже капля ее. Should we really think that about Prabodhananda Saraswati? Следует ли нам и правда так думать о Прабхутхананде Сарасвати? Аштасакхи Тунгавидья. Он, сама Аштасакхи Тунгавидья. The composer of the Radha Rasa Shudhanidhi. Автор Радха Раса Судханидхи. So Gaurang said, when he says something like that, the way we should interpret it means his appetite is so great that
a flood cannot satisfy his hankering. Поэтому Гуру Махарадж объясняет, когда мы слышим подобные слова от него, нам следует понимать это так, что его аппетит столь огромен, что даже целое наводнение не смогло утолить его аппетит, его жажду. Гуру Махарадж говорит, слон не сможет удовлетвориться муравьиной порцией. So when these higher devotees are decrying Saraswati Thakur, I'm trying to, we shouldn't think of this as some sort of failure. И поэтому, когда мы слышим эти слова про Бодхананды Сарасвати Такура, или как Сарасвати Такур сказал, я все еще пытаюсь предложить, нам не следует думать об этом как о примере неудачи. If it somehow, in a peculiar, mysterious way, awakens some sort of divine curiosity and interest in our hearts, it'll take us into the upper world, the higher plane. Если каким-то образом, мистическим образом, это пробудит какой-то интерес, какое-то стремление в нашем сердце, то это стремление, этот интерес приведет нас в божественный мир. In the Radhastakam, Rupa Goswami, he's saying, Hari Padanaka Koti Prishta Parjanta Simha, Tatam api kalyantam pranir abhishta doham madurakshi madurakshi vaidagya diksha shri radhikam kirtim radhikam archayami. Something very peculiar is expressed there. Шрила Рупа Госвами в своей Радхаштаке описывает нечто крайне необычное. Hari Padanaka Koti Prishna means the nails of the lotus feet of Krishna. Эти слова означают ногти лотосных стоп Кришны. We take the foot to be the least aspect, the lowest part. Обычно мы принимаем стопы как низшую, наименее значимую часть. But if you go further, then if we're dealing with the foot, then what's the least aspect of the foot? Но если рассматривать дальше, то какова наименьшая, наименее значимая часть стопы? The nails. Ногти. Hari Padanaka. Krishna. And then says, but Radharani is thinking the least aspect of Krishna is millions of times greater than the highest aspect of herself multiplied infinitely. Поэтому сказано, Хари Паранакха, ногти его лотосных стоп. Но Шримати Радхарани размышляет, что даже наименее значимая часть его, Кришны, в миллионы раз значимее, чем самая высокая, самая ценная часть самого моего бытия. In this way he is giving some hint of the nature of that plane. Таким образом, он дает нам некий намек на природу того мира. How can it be properly described? Как можно описать это должным образом? If not, by Rupa Goswami, если только не... These sort of indications are there. Если только не за это возьмется Рупа Госвами. Поэтому он описывает это таким образом. So from our present position, it's very difficult to fully conceive. Находясь в нашем положении, крайне трудно полностью это понять. Дигдаршан means putting you in a particular direction of seeing and... Дигдаршан означает направить ваш взгляд в определенном направлении. This is the principle, to think that the least aspect of Krishna is superior to the highest aspect of yourself multiplied millions of times. Но поймите, по крайней мере, этот принцип, что даже самый низший аспект Кришны ценнее, чем самая высокая, самая драгоценная часть вас, даже умноженная в миллионы раз. And if this awakens something more than curiosity in yourself, then you can move in the right direction. И если это пробудит в вас нечто большее, чем просто любопытство, тогда вы сможете двигаться в правильном направлении. Hare Krishna. So, Srila Prabhupada, that sort of feeling was awakened in him, so he wanted to offer himself to the lotus feet of Saraswati Thakur and fulfilling his order.
И такого рода чувство пробудилось в сердце Шрилы Прабхупады, и это привело его к тому, что он предложил себя в служении лотосным стопам Сарасвати Такура. I'm very happy to get the association of all of you. Я очень счастлив получить общение всех вас. Look forward to meeting you all again in the future. Буду ждать новых встреч с вами в будущем. Very happy to have been here on this extraordinarily auspicious occasion. Я очень счастлив, что у меня была возможность быть здесь по этому крайне благоприятному случаю. The deity looks so beautiful and happy. Божества выглядят столь красивыми и счастливыми. Pleased with the servitors. Довольными своими слугами. As Srila Gurudev said, if you'll proceed under the direction of Srila Avadhut Maharaj, then it will be devotion. И, как говорил Шрила Гурудев, если продолжаете действовать под руководством Шрилы Авадхута Махараджа, тогда это будет преданность. And Vijay Raman Prabhu and all the servitor group here. И Виджай Рамана Прабху и всей группы служителей здесь. And I leave you under the capable guidance of Shripad Madhusudan Maharaj. И я оставляю вас под способным руководством Шрипада Бхактиранджан Матхусудана Махараджа. Get his association as much as you can. Получайте его общение как можно больше. Шрипад Махайоги Прабху, he'll be here as well. И Шрипад Махайоги Прабху, он также будет здесь. My co-editor of all the publications of Guardian Devotion Press. Мой со-редактор, помогающий мне во всех изданиях, издательства «Хранитель преданности». Jai Sri Parikar Sri Sri Guru Guranga Radha Madhava Sundar Ju Ki Jai Sri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai Sri Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai His Divine Grace Sri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Abhirbhav Mahamahotsava Titi Ki Jai Nitai Go Premanande Jai Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj Ki Jai And Jai all the fortunate souls here gathered Ki Jai Nitai Go Premanande Priharaya Namakrishna Yadavaya Namaha Hariharaya Namakrishna Yadavaya Namaha Hariharaya Namakrishna Yadavaya Namaha Hari Haraya Namaha Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Garadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Garadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunan Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunan Sri Jiva Gopala Bhata Dasa Raghunan Sri Jiva Gopala Bhata Dasa Raghunan Chai go chai kori charana bandan Chai go chai kori charana bandan Jaha hoite vignanash abhista puran Jaha hoite vignanash abhista puran Chai go chai dharmi tarodan Chai go chai dharmi tarodan Tansavara padarenu mora panchagran Tansavara padarenu mora panchagran Tandera charana sevi bhakta sanevan Tandera charana sevi bhakta sanevan Janame moi ehi avilan Janame moi ehi avilan Chai go chai jabe braje koilo ban Chai go chai jabe braje koilo ban Radha Krishna nitya lila korila prakan Radha Krishna nitya lila korila prakan Ananda
Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Srila Prabhupada Abhibhava Mahamahosabhati Ti Ki Jai, Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Bhagawan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai, Jai Saparikar Sri Sri Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Jiu Ki Jai, Sri Giriraj Govardhan Gopal Jiu Ki Jai, Sri Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Sri Krishna Chaitanya Pramunitananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Go Bhaktivinda Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavandam Ki Jai, Navadeeptam Ki Jai, Sri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai, Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Tosi Devi Ki Jai, Sri Chaitanya Saraswat Mad Acharya Brinda Ki Jai, Jai Srila Bhakti Bimala Avadhut Maharaj Ki Jai, Jai Sripad Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai, Seva Brinda Ki Jai, Samaveda Bhakta Brinda Ki Jai, Nithai Go Premanande, Jai Srila Bhakti Sude Goswami Maharaj Ki Jai, Nithai Go Premanande, Hari Vijay, Vijay Raman Prabhu Ki Jai.